Всем привет, с вами я, Заза, и сегодня мы продолжаем собирать уникальный транспорт GTA Vice City Stories. На очереди у нас миссия за Формса Leap and Bound. Так ведь пропустим этот монолог, точнее даже диалог, потому что не один все-таки там. Ну так вот, и сегодня мы будем получать белую комету, если можно так сказать по-русски. А так это White Comet. Ну и все, в принципе, это ее единственная уникальная какая-то отличительная черта. Просто белый цвет, хотя она очень похожа на обычные кометы, которые ездят по городу. Но я думаю, это все-таки будет хорошее пополнение для вашего гаража на этом острове, потому что встретить такую машину тут довольно трудно. Очень легкая машина, я бы сказал, наверное, самая легкая. Если там где-то надо было что-то типа потопить или еще что-то, то здесь вообще не нужно ничего. Сейчас я вам это покажу. Да-да-да, бинокль, все такое. Мы не слушаем, мы особенные, спускаемся, нас учат пользоваться этим биноклем, а мы просто бежим и садимся в нашу комету. Ну-ка, проверяем. Миссия у нас сразу же проваливается, потому что мы типа спугнули. You spooked the contract, contact. И все, у нас есть белая комета, на которой мы можем ездить. И я не знаю, как, насколько сейчас слышно звуки из игры, я постарался сделать погромче. Мне почему-то кажется, что они меня просто будут заглушать, хотя колонки PSP от микрофона вроде довольно далеко. Будем надеяться, что меня слышно. Ну что ж, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Заза, всем удачи и пока.